Впечатление супер. Конечно, наверное, я бы сказал, что впечатления вчерашнего дня были просто какие-то бомбические, феерические. Но поскольку сегодня все-таки у нас был такой день забросочный, надо было проехать достаточно большое расстояние. Вот приехали на прекрасное озеро Шира. Ну, все супер на самом деле. Когда вокруг тебя хорошие люди, то не может быть плохих впечатлений. Дорога сегодня у нас была дальняя. Наверное, сколько мы километров? 140, наверное, проехали на квадроциклах. Пальчик с непривычки, вот этот курок газа подустал. Был один момент, даже чуть-чуть призаснул за рулем, но ничего, потом достал конфетку, и все нормально было. А с первого дня, вот с первых даже, наверное, часов, каких-то первых двух, мы как одна дружная команда, как будто мы друзья, которые знаем друг друга всю жизнь. И это, ну, это так здорово. Каждый раз я смотрю и каждый раз не перестаю восхищаться творениями природы. Что за моей спиной? Я поставил палатку максимально близко к берегу, так, чтобы не только слышать шум прибоя всю ночь, но проснуться утром и прям головой нырнуть в это волшебное озеро.